Всем привет, с вами Надежда. Сегодня 31 декабря. В ночь перещелкнет календарь и начнется 2023 год. Для многих это праздник. И я чувствую, что, наверное, я должна поздравить свою публику, тех людей, которые смотрят меня. Наверное, надо было бы поздравить с этим как бы праздником. Хотя вы знаете, что я его не праздную, для меня он не является праздником. Но я понимаю, что для миллионов людей этот день праздничный. Хотя, конечно, в мире сейчас творится такое, что такое ощущение, что это первое время чумы. Хотела бы я весело вас поздравить, но у меня просто язык не поворачивается. Пожелать просто банально то, что обычно желают на Новый год, не поворачивается у меня язык. Идет война, люди гибнут. Братская война на поле боя. И наверняка для многих матерей, жен, сестер этот праздник не совсем праздничный, потому что их любимые родные люди сейчас находятся там, где не хочется никому оказаться, на войне. Поэтому не знаю, насколько это разумно праздновать с размахом в этот день, в этот год этот праздник, если он для кого-то является праздником. Не считаю, что это разумно, поэтому у меня просто язык не поворачивается с каким-то веселым настроением поздравить. Вот у нас праздник! Потому что понимаешь то, что происходит сейчас в мире, ну, я не знаю, это как праздновать праздник, когда вокруг идут смерти, и людям отрывают ноги, ранения, люди погибают, дети погибают, и тут ты такой со своим праздником. Тем более это происходит не где-то там, в далекой какой-то там, не знаю, африканской стране, которой даже не знаешь, как оно там называется, какого-нибудь племя тебе далекого. А это происходит в твоем племени, на твоей родной земле. Поэтому знаете что? Я не праздную этот праздник, но я понимаю, что многие, кто смотрит меня, его празднуют. И я хочу в этот праздник для вас пожелать людям мирного неба над головой, здоровья, благоразумия, того, чтобы люди обратились наконец-то от мирского, от вот этого потребительства, жратвы и вот это всего, что нас окружает физического, обратились к духовному, вспомнили о Творце и о том, к чему наша вся жизнь ведет, и чтобы этот праздник прошел как можно более, знаете, какое бы слово подобрать? Как можно более сообразно, что ли, с тем, что сейчас происходит. Вот так вот я себя чувствую в этот праздник. Ничего такого фейерверка какого-то пожелать не хочу. Хочу только пожелать то, что вот сказала уже, то, чего я пожелала. Чтобы все были живы, здоровы. И в разуме, чтобы у нас не отнялся разум, чтобы Господь нас не наказал за пир во время чумы. И всем до свидания, увидимся в новом году. Всем пока, с вами была Надежда. С праздником!